В Кургане на Тоболе пилят лед. МЧС готовит город к пропуску паводка. Лед пилится на секторы, которые смогут свободно пройти через створы плотины. Если лед не распилить, он может повредить гидроузел в паводок. Сейчас предположительно толщина льда до 50 сантиметров. Но вот по обмену информации 36-40 сантиметров. Раньше лед взрывали. Это вредило стоящим на берегу зданиям. Пилить лед безопаснее и намного экономичней. Процесс вызвал большой интерес у местной собачки по кличке Шура. Пилите, Шура, пилите!